тебе не просто банда. Мы пожарная команда. Пусть и юные, но уже опытные. Сегодня 100 ребят встали на старт. Проводим чемпионат республики среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту уже в очередной 12-й раз. Среди большинства юношей и девушки. Одна из них Милана Юртаева. Она в сборной России и в свои 15 уже чемпионка мира. Первые соревнования были мои Лобова. Я сначала вообще на легкую атлетику думала хожу, а потом меня как-то затянуло. Соревнования состоят из двух этапов. Первый, пожалуй, самый эффектный, это подъем по штурмовой лестнице в окно третьего этажа. А второй – это преодоление полосы препятствий. На каждом этапе нужно показать лучшее время, и с этим справляются даже девочки. Николай Лобов – выдающийся руководитель пожарной охраны. Он вывел спортивные достижения на новый уровень. Об этом знают все юные пожарные. Николай Лобов – родоначальник пожарно-прикладного спорта в Татарстане. Благодаря ему сборная Татарстана становилась чемпионами два раза в СССР. Этот чемпионат – отборочный этап в сборную республики. Чтобы усложнить и повысить уровень, на соревнования приглашены сборные соседних республик. Бомба поборолись, смотрел. Вот команда Нижнекамска, допустим, команда Альметьевска. Ну, немножко трудно было, но, наверное, поборолись. Победители этого чемпионата будут защищать честь Татарстана на всероссийских соревнованиях 2020 года. Ленар Гинатулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.